У поросенка украинского Петра Потрошенко сегодня праздник инаугурация. Все его поздравляют. А что такое инаугурация? Это что такое угуобразное? Как говорят младенцу, угу, какой ты хорошенький. Вот и я написал такое стихотворение к выбору президента Украины в Новороссии. Его там тоже же выбирали, не только в Украине. Но Потрошенко и туда велел ящики привезти выборные. Вот, так что, ну, сначала музыкальная увертюра к этому поздравительному стихотворению. День выборов Бубнова Потрошенко. В Славянске тоже выборы прошли. Летели пули и снаряды в цель и рикошетом. Все в урну залетели, как могли. Явка прошла удачно, стопроцентно. Такой никто доселе не видал, свинцом полна, беспрецедентно. Отчет до Киева, народ голосовал. Евросоюз порадовать уж можно, что демократия в разгаре здесь. А голоса подсчитывать несложно, только весы бы надобно принесть, на них и вывалить свинец. Ах, Потрошенко, ай да молодец.